Лещина. Смотри, сколько сока осталось. Чего вы его раскупаете? Что с вами не так? Хотите, чтобы я умер от жажды? Привет, чего в куртке сидишь? Холодно, бля. Где фильм, черт? Ничего себе, какая предъява агрессивная. Когда фильм? Завтра. Завтра точно будет фильм. Я сегодня проснулся в 3 часа дня, у меня не было желания стримить. Еще и фильм оказывается все-таки действительно о каком-то действии, если я правильно все понял. Там какой-то чел, типа синопсис фильма, какой-то чел престарелый, я так понимаю, умирающий или престарелый, я, короче, не понял, короче, умирающий. И он, ну, он умирает, и он проводит там время на пляже и следит за каким-то мальчиком. Я не понял. Но это я прочитал синопсис на Кинопоиске. Я даже боюсь, блядь, представить, что мы будем завтра смотреть на Трова. Я вам не завидую, и себе тоже. Сегодня жарко, пиздец. Лучше на улицу буквально на 5 минут, чуть не сдох. Что у тебя на шее? Ты что, повеситься уже хотел? Да. Вчера почти ничего не выиграл в казике, хотел повеситься, видите, не получилось. Просто ранен остался. Именно так все и было. Папаня, что? Прошу тебя как специалиста оценить мою мягкую игрушку. Мягкую игрушку? Я специалист по мягким Если игрушкам. Если что, это ссылка на хостинг, картина Кем. Хотел бы себе такую. Окей, оцениваю игрушку. Не, на самом деле прикольно. Это Айзек с этим, с Гапичем или что? Так-то прикольно. Я пытаюсь понять, насколько она большая. Я бы себе maybe даже такую хотел. Потому что, в принципе, я в Айзека в последнее время снова начал играть. Ну, прикольно. Ну, реально неплохо. Мне нравится, короче, я одобряю. Прикольно. Что бы ты выбрал, бессмертие или бесконечное количество денег? Лучше бессмертие. Если у меня будет бессмертие, то мне так будет постепенно бесконечное количество денег. Разве нет, блин? Или что, блин? Очевидно. Ты же, если ты бессмертный и как бы, ну, бесконечно долго живешь, ты же примерно понимаешь процессы, которые происходят. То у тебя и так будут деньги по дефолту. Их же не может не быть, если ты прям бессмертный. Те за красные штуки у тебя на шее. Ранение, блядь. Даже на засосы не похоже. Выглядит, меня ранили. Словно ты себе в кровь расчесываешь. У тебя все норм по здоровью, шар. Все у меня нормально по здоровью. Даже, ну, я бы даже сказал, хорошее здоровье. Блять, хуже эти красные штуки. Не, ну реально. Пора бы приостановить эти штуки, появление их. Что я могу сказать? Меня ранили. Что там за кровосос у тебя? Да, блядь. Подтвердите, что я человек. Я человек. Я человек? Я точно человек. Привет. Занес 4 ляма с 60 где? Делюсь с тобой. Поздравь, пожалуйста. А то у меня нет друзей. Поиграй. Поздравляю. Когда у тебя нет друзей, это не есть плохо. Были бы у тебя друзья, они бы у тебя просили долю с этих заносов. Разве нет? Так, поздравить тебя с заносом. Поздравляю. О, 5000, ебать, найс, красиво. Занес 4 ляма с 60к депа. Вот друзья бы тебя просили, типа, дай мне денег, там, одолжи денег, да, а потом, ну, не планировали бы отдавать их, так называемые друзья. Ну, потому что у тебя же есть деньги, ты же занес, значит, ну, как бы должен поделиться, ну, мы же твои друзья, дай денег. Так обычно делают. Так что ты радуйся, что тебя их нету. Хотел бы, чтобы осьминог залез тебе в уретру. Не знаю, как лично ты попечь, но я бы за одну бутылку добрый кола согласился. Лютипон. Потому что мне добрый кола дороже родины своей. Что это вообще значит выражение дебильное? Я не могу понять. Откуда ты его взял? Что за добрая кола, блять? А есть злая кола? Папань, пошли гигаджар? Гигаджар, если не занесет сегодня, отрежу себе яйца. Видос запишешь? Блять. Привет, Папеч. Биг мало. Первый раз доначу тебе. Как и впервые залетаю к тебе на стрим. Знаком с тобой чисто по нарезкам. Так. Просто хочу сказать тебе спасибо за контент. Хотел бы. Да не за что, я не особо стараюсь. Как ты. Здоровья тебе и всего наилучшего. А зачем тебе такой друг, как я, именно? Ну, типа, дело в том, что, ну, как бы я не ищу в целом друзей. Говорит такой друг, как я, о человеке, грубо говоря, у которого нету друзей, который не ищет друзей, ну. То есть ты бы хотел человека другом, который, ну, не хочет друзей. Правильно. Ладно, повторюсь, я отвечу то же самое, что я уже много раз отвечал. Я рад, когда кому-то, ну, нравится контент, но я для этого особо не стараюсь. Да, и в последнее время, как вы знаете, на основных стримах контента особо это и нету. Все имеет свойство заканчиваться. Обожаю этот слот и символы говна. Привет, Пабзан. У тебя бывает плохое настроение. Ну, бывает, очевидно. И если да,
то, что этому способствует. Что способствует плохому настроению? Ну, бля, любая какая-то негативная ситуация, момент может способствовать? Ну, типа, чем больше негативных ситуаций, моментов за день, там, или подряд. Ну, допустим, ну, я не знаю, ну, вот, проиграл на стриме Казика во всех казино, ни копейки не получил. Ну, вот, плохое настроение будет отчасти из-за этого. Как тебе эта шоколадочка? Шоколадочка? А почему она шоколадочка? Потому что она, типа, загорелая? Не, ну это сочная, да, тут цигла. Редко такие ведущие попадаются. Шоколадочка. Почему она шоколадочка? Не могу понять. Шоколадочки — это не гритоски? Она ж, ну... Мне кажется, это, ну... Какая-то евреечка. Молодая. Это еще что, блин? Что это такое, блядь? Окей. Мне уже нравится. Это типа как красная шапочка или что, бля? Это с аниме озвучкой, блядь. Анимешка на Ериэльщик. 11.7. Все зрисло. Чего такой смешной, блядь? О, 12.6. Ты такая еще стереотипная аниме озвучка, что-то пиздец. 13.5. Души ее. О нет, бля! Ямы-ди-куда-сай. Вот это она его поджала. Сейчас ебалом, чел. Сейчас поживлюсь анимешкой. Блин, тут анимации лучше, чем в большинстве аниме, что я смотрел ваших, которые мне форсили на аукционах. Вам не кажется? По-моему, это все говорит о жанре аниме. Что даже в статье, блядь, анимации лучше намного, чем во всех ваших анимех. Дурацких. Охуенно, ща поживлюсь! Не съел я, мне кажется, анимешку. Что вообще не очень, блин. Посмотрел аниме за 200 баксов. В смысле, за 200 баксов. Я больше потерял. Здорово, бродяги. Ублюдки, 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 ублюдки. Все, всем пока, на сегодня все. Гудбай. Лучшую анимешку дальше крутил. Зрителям это нравится. А вот ты говорил, что стримишь только ради зрителей. Я такое говорил? Только ради зрителей? Я такое говорил. Я. Да, я. Всем пока. Зато на Тро будем смотреть гейский фильмец «Смерть Венеции». Я не знаю, выдержу ли я его, насколько он гейский, но я уверен, что он гейский. Литерали. Прощавайте.